О, вот, у меня вот такие джипы есть. Это первый насильник. Это первый насильник, он быстрый. Он даже победил этих, да, баб? Двух. Этого богини он и слабого этого обыграл. Как его? Не знаю, забыл. Вот второй, и второй это Порш. Порш рядом с инхиником. Ну, не знаю, кто быстрее, но, наверное, все-таки инхиник победит. Третий это БМБ. Он, этот джип, он может проезжать все преграды, правда? Да. Четвертый это Тойота. Это такой рыжий цвет. Он мне папа его купал. Вот это Мерседес, а это мама, да? Вот этот Мерседес тоже черный, выглядит, он быстрый. Когда мне будет 7-6 лет, когда мне сейчас 6 лет, я могу показать, кто самый быстрый из таких джипов. Вот дальше у нас Volkswagen, он тоже черный. Он тоже черный, и он ничем не может соединиться, чем все остальные джипы, но он тоже быстро может быть. Тоже по бригадам проезжает, да? Да? И вот, Мерседес серый, уже другой цвет, серый. Он тоже неплохой, он тоже может ездить и обогнать Форда. Дальше, Шевроле, тоже черный цвет. Он тоже может тоже быстро ехать. Вот потом Lexus. Мне купали где-то 4 дня назад, да, наверное? Что, Lexus? Да. Ну, да. 4 дня назад мне купали Lexus. Он красиво выглядит. Дальше Гелик. Гелик. Вот это песню знаю. Вот. И вот он. Сейчас будет красный Гелик и все. Гелик черный. Вот смотри, дальше красный все, да? Смотри. Ну, у тебя что, больше нет еще джипов? Есть, но только я такое количество сделал. Извини. Дальше черный гелик. Он тоже, когда я смотрел ролик, про который цвет гелика изменили, он был красным. Вот сейчас красный. Вот. Он больше всех, походу. Самый крайний джип, он больше всех. Вот. Вот такие джипы получились у нас. И потом можно сказать про мечевые, про седаны, про спортивные. Вот. Я даже могу их вот так показать. Вот. Вот все тут джипы вот такие стоят. Так и по бездорожью могут проезжать. Но по болоту не знаю, кто может проехать. БМБ у меня даже есть, да? БМБ, вон и всякие Тойоты, и всякие гельки, вот. Вот такой получился сегодня сборник джипов. Все.